Эпиграф Евгений Ландсберг. На вокзале диспетчер объявила два раза, что с завтрашнего дня жизнь отменяется. За доставленные неудобства извинилась. Зараза, кто ж в таких случаях извиняется? Увези меня в поезд туда, где кончается страх, где босыми ногами по теплой зеленой траве. Увези меня в поезд туда, где в раскрашенных снах я увижу, как солнце приносит с собой человек. Увези меня в поезд. Увези на тихую станцию дом, где до дрожи в коленях тепло и уютно и свет. Увези меня, синий, ведь дело, наверное, в том, что я ехать готова, возможно. А если нет, увези. Увези меня, поезд, в мою неземную мечту, где по морю катается небо в осеннем пальто, где желания, как розы, красиво и густо растут. Увези меня, поезд, постой, подожди.